Приветики. Мы уже собрали вещи еще вчера вечером. Сегодня мы отчаливаем. Но мы едем не домой. Мы едем к Андрею домой. А точнее, там, где он родился. Родился он в Луганской области. В Луганской области мы едем в Красный Луч. Что-то небо все затянуто, прям такое. А все равно, как будто солнце пробивает, что ли, не знаю. То ли я только проснулась такая. Глаза как все равно слепит. Но на улице солнца нет, и на улице не жарко. Мы хотим сейчас позавтракать сходить. Хотим позавтракать, сходить на море, как говорится, попрощаться. И уже поедем. Нам-то не надо ни такси вызывать, ни поезда ждать. Сели в машину и поехали. Так что дособираем вещи. Все основное уже собрано. Осталось такое, зарядки. Вот здесь вот всякие разные финтифлюшки стоят. У меня, кстати, представляете, все было нормально, все всю дорогу мазалось. А вчера такая аллергия началась вот на эту солнцезащитную штуку. Вообще. Ну, видать, перемазалась. Раздражение прям пошло. Но я выпила от аллергии, у меня сразу все попустило моментально. Зодек. Нам больше всего зодек нравится. Всем причем. Все, собрали мы все вещи, но на море мы не можем пойти. На улице начался дождь. На улице начал дождь, идет дождик. И по этой самой причине мы не пойдем на море. Ладно, попрощаюсь с ним с окошка. Жалко, конечно, жалко. Видите, все мокренькое. Дождик, кап-кап-кап. Вон, видите, на бассейне никого. Так, вот здесь, надеюсь, не мокро, то я босиком. Фу, такая духотища, капец, вообще. Очень душно. Парит прям. Видимо, снова будет дождь. О, ну, людей полно. Все на балконах. Людей просто море. У меня такая вышла с телефоном, все такие таращатся. Ладно, морешка любимая. Прощаю. Точнее, не прощаю, а до встречи. До встречи с тобой. До встречи. Все, поедем мы. Сейчас Андрей там в душе и поедем. А то в Красном Луче может быть проблемы с водой, проблемы с туалетом и вообще могут нас забомбить нахер. Но Андрей хочет увидеть родителей. Вот честно скажу, я бы никогда не поехала туда. Вообще, ни за какие коврижки. Поэтому у меня даже настроение упало, если честно. Еду только из-за того, что Андрей хочет увидеть родителей. Все. Конечно, больше я не вижу никаких причин вообще туда ехать. И тем более рисковать своей жизнью. Но придется. Устрою вам экскурсию по городу. Покажу вам разбомбленную. Там завод какой-то разбомбили, гостиницу разбомбили. Покажу вам. Буду показывать разбомбленную. Будем ехать по военным действиям. Буду да. Тебя разбомбить. Так я не хочу туда ехать. Вообще. Потому что я в этом плане очень чувствительная. Ну, в плане энергии. Да, и если здесь энергия, море, солнышко, отдых, все люди такие счастливые, довольные, все, то там будут энергии. Я просто уже знаю, я понимаю. И из-за этого меня просто уже кроет изначально. Мы еще даже туда не приехали, меня уже я понимаю, что будет там. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Мы собрались. Да. На море, к сожалению, мы так и не смогли пойти, потому что на улице дождь. Поэтому мы решили просто ехать дальше. Ехать дальше? Да, давай. Так, давай мне что-нибудь. Ну, тебе чемодан, понятно, давай. Я Андрюше дала свой зонтик. Прикиньте, я взяла свой зонт, да. Не знаю, просто так почувствовала. И он пригодился. Я Андрюше дала свой зонт, он пошел за машиной. И что-то его очень долго уже нет, не пойму почему. Все люди гуляют на ресепшенах, в номерах, на балконах очень много. На улице льет дождь. Вы это видели? Мы еще не уехали, мы сидим на ресепшене, ждем, когда Андрей
с машиной сюда подъедет. Ну, я не знаю, но сюда же он не заедет. А он сидит в машине, ждет, когда дождь закончится. Но он, что-то я пока не вижу даже просвета. Просто все затянуто. Мне кажется, может, дождь и вообще не кончится. Ну, не знаю, ну, пускай хотя бы уменьшится тогда. Заливает. Дождь, мы уже промокли. Смотри, какая красота. Смотрите, красотища какая. Да. Тучи прямо над горами. Класс. Все, прощаемся с горами. С морем. И едем в Красный Луч. Наконец-то сняли браслеты. Ваш надежный партнер в экстренных и плановых трансфертах. А, ну не так сильно прям отличать. Я думала, что у меня будет от загара, знаете, что отличаться. Но нормально. Мы остановились на дороге. Говорю, тут небольшой такой рыночек, развал. Говорю, хочу в туалет. Андрей говорит, вон, пожалуйста. Что-то раньше как-то нормально ходили, а сейчас я не знаю, как-то не по-взрослому это. Ладно, я хочу чурчхеллу. Андрей хочет купить арбуз, дыни. Арбуз, дыни и что-то еще. А, ялтинский лук вот этот. Купи еще лука. А я пошла чурчхеллу искать. Андрей, так а ты что, ее не наелась? Я говорю, нет, конечно. А, орешки, да. Орешки можно купить. Чурчхеллу, орехи. Мед мне нельзя. Хотя мне и чурчхеллу тоже нельзя, так что. Я то, что я хотела, я взяла. Я себе набрала цветной чурчхеллы. Ага. Все-таки решили в туалет сходить сюда. Просто я не знаю, как я буду спускаться здесь. Просто прыгать с обрыва. Ну и как тут спускаться? А я что, так сяду, что ли? Лучше давай спущу. Ты меня спустишь? Спасибо большое. Смотрите, какие чурчхеллы цветные. Голубая, белая, зеленая. Фиолетовая, белая. Так, белая я уже сказала. Белая, зеленая, розовая. Класс. Мы уже так подъезжаем. Осталось что-то около 120 километров. А, здесь туалет на улице. Великолепно. Ой, кстати, здесь не так жарко, вообще классно. Не знаю, по ощущениям градусов 27, не выше. Сразу куча военной техники. Нет, на море горы, а здесь терриконики. Мы почти доехали, осталось 100 километров. Ехали мы к... Куда мы подъехали? К границе? Ну, типа того, граница, да. Довжанка. Проверка здесь. Здесь очередь просто, я не знаю. Мне кажется, на пару часов. А то хрен узнает. Я даже не вижу, где там начало. Эта машина сама завелась. Нормально. Нормально это? То, что у папы нет в машине, а машина завелась? Мы никуда не поедем, точно? Да тут жопа. Жопа жопная. Мы можем долго тут пробыть. Все, наконец-то мы проехали. 3 часа мы стояли в очереди. 3 часа. Мы летели 140 минут. А то сильно не ехает. И он на поперёк, вот так, вал на бензовоз. Как мы проскочили, я даже не понял. Просто плохо, что мы по темноте едем. Вот что плохо, что не успели до темноты. Так, ну слава богу, мы приехали. Просто мы едем... 10 выехали, в 10 приехали. Ага. 12 часов. Мы ехали очень долго. До Москвы долго, мы, да. И дождик уже накрапывает. Ни одного фонаря здесь не горит. Здесь о фонарях не слышали. В том году горела улица всякая, по которой мы ехали. А в этом году они решили, что хватит. Экономия должна быть экономной. Вот, сынок, вот здесь вот жил твой папа. Вот в этом подъезде, вот.
Видишь его? Ага. Вот это его подъезд. Вот ставь. Ага, говорит, полно места ставить где. И где? Вот это? Вот и я о чем. Здесь так много света, что вообще ничего не поймешь. Я думала, я взяла корм, тут уже котик нарисовался. Ну, вы его не увидите. Да я даже пальцем на него не могу показать, потому что темно. Да.